Отправляемся в бой, отправляемся в бой. И Рокстеди с Бибопом, массовая атака, сразу же огромный робот выходит вот в бой. Да, ребята, вот это да! Ну что ж. Давай, атакуй! Бах! Да, хорошо. А мы используем наше колесо колесико. Ох, сейчас будет мега дамаг, ребята, ну-ка. 7! Если хочешь первым смотреть наше видео, подпишись на канал. Нажми на колокольчик, поставь галочку, сохрани и будь первым. Всем привет, дорогие друзья, с вами канал Детол, и мы продолжаем играть Черепашки-легенды. Да, ребята, наши любимые черепашки, команда Детол, испытание «Бойся Кренга». Играем за составчики, которые вы нам, ребята, пишите в комментариях. Итак, мы сегодня сразимся против здоровичка, огромного большого Кренга и его приспешников, его защитников. Да, ребятки, ну что ж, составчик первый у нас пошел в бой. Шреддер. Сейчас мы найдем нашу жестяную головку. Голову. Жестяная головка — это железная голова. Согласен, это кролики, ребята. Кролики. Давай кроликов возьмем. Не, кролики в конце у нас. Да, в самом, вот они. Сплинтер дальше у нас. Сенсей, мастер единоборств. Настоящий крыс. Кожеголовый следующий. Ах ты, аллигатор ты наш. Где он там у нас? Где-то в начале, тихо. А, хватит, захватил. Да. И Слэш, Слэш, ребята, Слэш идет пятым. Вот такая супер команда, идем в бой, ребятки. А если вы хотите такие же персонажи, как у нас, столько же много ресурсов, такую же сильную, мощную прокачку, пишите нашему подписчику, ссылочка будет в описании к этому видео. Уточняйте у него условия, и он вам обязательно поможет. А против нас сегодня носорог и клыкастый... Кто? Ну, этот... Пингвин. Это свин просто, свин. Свин, ребята. Пингвин-свин. Ладно, поехали. Посмотрим, что, на что они способны вдвоем. Хотя мы прекрасно знаем, что наша команда сильна и могуча. Конечно, ребята, кролики атакуют супер лучом. И Бибоп с Рокстеди получают по половине дамага от хелсов. Так, и Слэш наш хочет поесть, потому что просто Слэш съешь. Ешь, Слэш, ешь, это... Да, Бибоп на самом деле атаковал. Бибоп атаковал? Да, нас. Да ладно? Да. Да вот, мы добились, все, смотри. Отлично. Да куда ты смотришь-то? Бах, и нет его. Да, ребята, переходим на вторую волну. Сейчас будет огромный Крэнк, неповоротливый и такой туповатый немножко, мне кажется. Ну да, он на самом деле очень странный, мал урон наносит и еще ни разу, по-моему, не одолел ни одну из наших команд. Вообще ни разу, ребята, потому что не хватает у него силенок. Слабенький он, а у нас супер персонажи. Огромный! Смотри, вот опять его личико, вот это вот розовенькое. Розовенькое такое. Он застеснялся. Угу. Он просто ухмылился, типа, опять пришли эти одни и те же ходят постоянно. Итак, наш крысеныш нанес уже 3800 урона и торнадо давай запустим. Ух, ребята, торнадо от Слэша мощное. Отлично, но слабо. И у нас следующий кожеголовый. Мы используем дрона и запускаем, бьем им просто. Ёб, наносим 3000 дамага, истощение у нашего Кренга, но он наносит ответный удар. Воу-воу-воу, смотри, что-то у нас распластался совсем наш кожеголовый. Да все распластались. Ой, смотри, и кролики, смотри, как приуныли. Так, ладно, хорошо, надо было подлечиться, правда, зря я атаковал. Но ничего страшного, ребят. Сейчас... И могучий робот, робот-кролик. Ох, ребята, супер мощная атака. Наши кролики собираются все вместе, замахиваются и супер бьют сильно. Но да, всего... как-то прям не сильно, да, получилось? Да, 4000, но она массовая, как понимаешь. Если здесь было 5 персонажей, то также бы всем нанесся бы. Ой, теряем нашего хилера. Мне кажется, Крэнк недоволен тем, что Шреддер перешел на другую сторону. Конечно, и он прям отомстил ему, ребята. Конкретно отомстил. И мы теперь отомстим за нашего Шреддера. Да, Слэш, 4000, ребята, супер дамаг. Крэнк просто в недоумении, смотрите, как он там. Победа, победа, дорогие друзья. Отлично, ребята, хорошие составщики. Пишите ваши составы в комментариях. Мы обязательно постараемся за них сыграть. А у нас следующий составщик. Кстати, ребята, не забывайте ставить лайки. Поставьте, да, ребята, вот лайк. Как-то... Вот наше видео с черепашками мало лайков собирает. Shadow Fight за день спокойно 1000 набирать. Давайте, все, кто любит черепашек, покажем, насколько вы сильно любите. Да, насколько сильно вам нравится эта игра. Эта игра. Ставьте лайк, и тогда мы точно узнаем, что черепашки вот прям вам очень нравятся. Да, ребята, и будем еще больше видео выпускать. Поехали. Ну что ж, следующий составчик у нас. Ух ты, Майки Мульт.
Ничего себе! Да, вот так вот. Поехали. Кожеголовый. Слушай, опять играем за Кожеголового? Да, Кожеголовый что-то у нас популярный стал в последнее время, ребята. А почему бы и нет? Он мощный, да? Да. Зеленый. Крокодил. Гена. Морозильная киса. Написал наш подписчик. Так, написал, что киса? Да, киса прям написал. Ну, это мило, прям котик такой, киса. Да, так мило, хорошо, ребята. Вот она, наша развалиция. Пиццелицей дальше. Ух ты, да, ты вот за кого, за пиццелицу мы очень давно не играли, мне кажется. Очень давно, ребят, но он же хороший, добрый такой, да, толстенький, пушенький. Вообще-то он не добрый совсем. Ну, а здесь, мне кажется, он добренький, смотри, какое у него лицо. Ты посмотри на его лицо, это же демон какой-то просто. А все пухлые люди и звери, все добрые. Да, думаешь? То есть, если ты много ешь, и у тебя ты жирный, то ты добрый. Ты все время ешь, тебе нравится мир. Ты такой размеренный, да? Короче, ребят, на самом деле занимайтесь спортом, а мы мы за здоровый образ жизни. Надо персонажа. Все делать в меру, ребятки. Донни Мульт! Ах ты ж на тебе, наш ученый Донателло. И где он? Пам-пам-пам-пам. Где вот он? Где он? Вот он. Вот он, наш составчик, ребята. Ну что ж, отправляемся. Заговорились мы. Ну а как не заговориться-то, с вами? И кто у нас будет первый ткать? Так это Майки. Поехали. Опа, Майки, всего 800. Ну а ты что ждал? Что ты ждал еще от Микеланджело? Ну да, Майки у нас, ребята, конечно, слабенький. Но зато у него очень много разных фишек, типа уклонения. И хил есть еще. Да, тем более хил есть. Ой-ой-ой, массовая атака уже против нас идет, и мы теперь тоже в ответочку используем. Да, ребята, летит наш кожеголовый кубарем. И пиццелицей тоже заряжает массовую атаку. Оу, вот это вот неплохо было. Защиту сейчас поставим, потому что дальше у нас будет крэнк. Да, еще и уклонение можно зарядить. А, вот это тоже было бы неплохо, хотя на самом деле это впустую и уклонение, и защита. Ну ладно, пусть будет. Ну, смотри, сколько бафов зато. Ты что, мы теперь во все оружие, даже кошечка, думал, добьет. Ты думал, она добьет? Нет. Да. Ну, вот Кожеголовый сможет. Да, Кожеголовый молодец, ребята. Да и Майки практически тоже молодец. Пиццелицей добьет все-таки, да. Ребятки, переходим на вторую волну к нашему здоровому лицемерному Крэнгу. Почему он лицемерный? Ну, потому что вообще, в принципе, он лицемерный. Ну, по мультику. Злой такой, да, надменный, лицемерный. Да, он, конечно, еще тот неприятный тип, неприятный, ребята. Да, какой он тип? Слизень. Но он из измерения X, это высший разум, так сказать. Да-да-да, мозг, здоровый мозг. Бам, 3-100, неплохо. И мы запускаем кого? Мороженку, бабам. Укуси кусок. 2000 дамага, ребята, очень хорошо. Давай-ка, буякаша используем. Мх, хорошая атака, но, как всегда, Майки в своем репертуаре, ребятки. И мы используем мощняцкую атаку от нашего кэшголова, и он сейчас еще подлечится 100%. Дамаж, ну-ка, неплохо, 5000, и подлечился, все правильно ты говоришь? Вообще супер, и теперь у нас плюемся сырком. Оу, 1000 дамага. Отлично, и сюрикенчики, да, отправим? Ну да, можно, конечно, но слабенько. Ну что поделаешь, хоть как-то нужно-то урон наносить ему. А он нам, ну-ка, массовая, да? Но слабо, да, на самом деле? Слабо, ну а защита, ты что? Согласен, так, давайте расцарапаем его. На 800, ребятки. Скорость понизили еще, двойная атака от Микеланджело, пошла в бой. Бах, 800, тоже как кошечка бьет. Они с кошечкой, кстати говоря, хорошая пара, да? Ну так они вообще по фильму тоже. Ну, я же говорю. Очень хорошая пара. Я же и говорю. 2-300 от Кожеголового и... Добивай Донни! Нет, но зато подлечился. А вот постепенный урон уничтожил нашего Крэнга. Да, ребята, так нелепо он взорвался, да? Есть такое дело. Так, прям шикарно. Да, ребятки, просто великолепные черепашки у нас. Вы огромные молодцы, что пишете в комментариях. Ребята, пишите в комментариях ваши составчики. Мы обязательно за них сыграем. Обязательно подберем всех. И еще один составчик. А? Сыграем? Да, поехали. Давай. Еще один составчик, ребята. Сейчас подберем. Ребят, пишите ваши составчики в столбик. Так удобно. Вам не сложно, нам удобно. Вот оно что. Ну? Так, кролики. Ага, крольчата они в конце у нас. Воу-воу-воу, кролики, да? Слэш. Поешь. Раф видение. Отлично, рафик видение. Сейчас мы его найдем. Рафи видение. Где-то, да, вот он. Сплинтер. Учитель. Сенсей.
Да и вообще молодец большой. Да, и, ребята, следующий наш основной персонаж, мне кажется, он самый первый нам дается. Кто? Леонардо? Лео, конечно же. Ну, давайте сыграем из-за Леонардо, почему бы и нет. Вот такой вот составчик от нашего подписчика, ребята. Отправляемся в бой, И Рокстеди с Бибопом, массовая атака, сразу же огромный робот выходит вот в бой. Вот это да, ребята, вот это да. Ну что ж. Давай, атакуй. Бах! Да, хорошо, очень хорошо. Сразу же массовую атаку, сразу же от слэша. Да, ребята, слэш, да. Да нет, не добил. Я уж думал, добьет. Ну... И я надеялся на это, но нет. Все-таки Раф да, это сделал. Раф это сделал, ребята. Идем к Ренгу, здоровому, огромному Кренгу. И будем его дамажить. Ну, ему не схлопотать. Это 100%. Потому что составчик подобран очень круто. Отличный состав. Смотри, какие цветочки у Сплинтера. А я уж думал, у Кренга цветочки. Нет, у Сплинтера на мантии на его, на халате. Отличные цветочки. Ну, слушай, он романтик. Да, видишь, а раньше просто их не было. Или он просто с пляжной вечеринки вернулся. Да, пляжный халат у него. Бах, 3600, отлично. Кто следующий атакует? А, Крэнк атакует следующий. Массовая атака, ой, не, да, массовая атака и... Получает контратаку от нашего пляжного Сплинтера. А мы используем наше колесико-колесико. Ох, сейчас будет мега-дамаг, ребята, ну-ка... 7000 кританули, вот это да! И атаку понизили, что немаловажно. Да, кролики, конечно, очень мощные. А теперь ребят, сядем на голову, прям запрыгнул на него, слэш. 4000 дамага, ребята, и торнадо, да? Завершит этот бой ах, на прекрасной ноте. Очень хорошо, ребята, отличная, отличная победа, шикарные составы. Вы огромные молодцы, обязательно поставьте лайк, напишите в комментарии ваш составчик. И кто не подписан, подпишитесь на наш канал. Всем спасибо, ребята. Пока. С вами была команда Detol. Пока.